В США апелляционный суд провел слушание по иску федерального правительства об отмене решения судьи, приостановившего действие указа президента Трампа о временном запрете въезда в страну гражданам 7 мусульманских стран. Противники запрета настаивают на том, что указ Трампа неконституционен и носит дискриминационный в отношении мусульман характер. Представители правительства заявили, что ограничения на въезд введены не против мусульман, а против выходцев из ряда стран, и что вопросы миграции и национальной безопасности входят в компетенцию президента. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подчеркнул. Президент уважает судебную власть и ее решение, но если внимательно прочитать законы, я думаю, никто не может отрицать тот факт, что президент наделен полномочиями делать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность страны. Апелляционный суд пообещал принять решение в ближайшее время. Согласно опросу общественного мнения, проведенного по заказу CNN, 53% американцев не согласны с указом Трампа. Опросы могут ошибаться, вспомните последние выборы, парировал в Твиттере президент США.